Дорогие друзья, всем привет! С вами вновь программа «Диван вопросов от родителей». И сегодня у нас в гостях прекрасный гость. Гость, которого зовут... Кристина. Кристина. А фамилия? Шукунова. Шукунова. Кристина, расскажи, пожалуйста, на эту камеру, кто ты, откуда и зачем? Я Кристина, я живу в Питере, мне 17 лет. Я хожу в церковь Голиковой Ольги Дмитриевны. Мои родители Наталья и Сергей Шукуновы. Они пастора. Мама отвечает за служение, прославление и также участвует там. Вот. А папа просто любит Библию, иногда выходит на сцену, рассказывает, что ему дал Бог, и любит общаться с людьми, делиться с ними своими видениями. Очень здорово. Расскажи, как тебе вот в семье с такими сильными родителями? Тебе было тяжело? Нет, абсолютно нет. Расскажи. Когда я слышу истории детей из церкви, я всегда задаюсь вопросом, кто ваши родители. У меня не было никаких проблем с семьей, у меня не было запретов, мне никогда не говорили «не делай этого, не делай этого». Мне наоборот говорили «попробуй». То есть, вот, там, ну, уточни, пожалуйста, я немножко не понял. Хорошо. Например, вечеринки. Так. Мои друзья, у меня не было друзей из церкви. Ну, были какое-то время, но мы с ними распрощались. Мне не понравилось такое общение. Из церкви? Да. Потому что, ну, все-таки очень много двуличных людей. И мне это не нравится. А все-таки люди, которые такая из мира, пошла. Они более открыты, и они правда честны с тобой. То, что они говорят то, что думают. И это круто. Я люблю таких людей. А почему ты не могла приучить своих друзей из церкви говорить так же? Ну, а кто я такая, чтобы разговаривать с человеком, который уже, по сути, является личностью, и говорить, ну, слушай, говори мне правду. Друг. Ну. Ну, ладно, извини, так. Например, вечеринки. Мои друзья такие, пойдем туда-то. Я спрашиваю родителей, и они говорят, ну, попробуй. Я всегда пробовала, и мне никогда не нравилось. Не было никогда положительного эффекта, что я вернулась. Ну, ты ходила потом? Нет. То есть я вообще не была такой тусовщицей, я никогда не любила большое скопление людей. Что не сказать про твоего брата. Да, мы с ним очень разные, абсолютно разные люди. Я понял. Я такое, как сказать, помягче-то... Божий одуванчик. Наоборот, он божий одуванчик, а я такое шило, как сказать правильно. Он был тихоней, а я всегда была такой громкой, ядреной, приходила домой, все, мне все не нравится, мне все раздражают, я не хочу там ничего. Но при этом он любит большие компании, а я не люблю. Мне комфортнее, когда я один на один с человеком. Ты интроверт или экстраверт? Интроверт. Абсолютный. В чем это проявляется? Ну, помимо того, что ты любишь... Я учусь в частной школе, начнем с этого. Я перешла из обычной школы в 7 классе и стала учиться в частной христианской. Но она так называется. Вот. И я в классе одна. У меня нету одноклассников, и по этому поводу шутит вся моя семья. Ха. Но это не смешно, это обидно, потому что я прихожу в класс, я один на один с учителем, и, по сути, из-за этого у меня хорошие отношения с учителями, и я часто общаюсь со взрослыми людьми. И мне это нравится, и меня никто не отвлекает. Но из-за этого я перестала любить общаться с людьми. Потому что они приходят, они все шумные, у всех свои мысли. Я могу спокойно встретиться с подружкой, с двумя, и мы можем общаться. У меня нет никаких границ общения, я могу рассказать о себе абсолютно все. А когда они начинают звать своих друзей, такие, вот, сейчас будет тусить, сейчас мы пойдем гулять все вместе. Я такая, а я не пойду. Ну, типа, зачем? Короче, тебе легко жить с твоим характером? Да. Я абсолютно спокойный человек, и я говорю всегда, что думаю. И мне это нравится. А как ты, ну, как твои родители способствовали тому, что у тебя формировался, ну, такой характер? Моя мама. У меня 3 года назад произошел не очень хороший случай. Попадаем. Ну, в общем, я осталась одна. У меня не было друзей, вообще никого. Все на меня обиделись. И моя лучшая подруга стала мама. Она со мной общалась, она делилась своими переживаниями, она меня поддерживала, я могла рассказать ей абсолютно все. И именно 3 года назад я поняла, что ценнее, чем мама, у меня никого нет. Все, что угодно, она знает обо мне. У меня нет секретов, и всегда, когда у меня трудности, я иду первым делом к маме, рассказываю, она никогда не ругает. Она понимает, что это мой период жизни, и я его должна пройти сама. И что я его пройду, у меня будет опыт, у меня произойдут изменения в жизни,
и что это будет лично моя история. Это не будет то, что мне сказала мама, сделай так, и я сделала, как послушная дочь. Это будет именно то, что я приняла решение, и я за него ответственна. С какого времени ты считаешь нормально, как бы, детям давать вот такой свободный выбор, делайте, что хотите? У меня всегда была эта свобода. То есть вас вообще отпускали там гулять до 11? Нет, у меня очень родители, папа переживает за меня, потому что было много случаев, когда меня преследовали мужчины, и папа вот именно из-за этого переживает, что я гуляю где-то одна, и поэтому есть такое, он всегда звонит каждые 5 минут, если я вечером не дома. Ты где, тебя встретить? А в плане ночевок, там, встреч с друзьями, никогда не было запретов. Если они знают человека, езжай, хорошо. Потому что есть моменты, когда я такая, мне нужно пообщаться с друзьями, они такие, хорошо. Как я понял, у тебя подросткового периода как такового не было. В смысле, в привычном его понимании mm-hmm. нет, там всякое mm-hmm. такое. У других детей, у твоих подруг, как это проявляется? И что ты видишь? Уходили из дома. Mm-hmm. Кричали на родителей. Говорили, вы ничего не понимаете, понимаю только я. Шли против системы, прогуливали уроки. У меня такого не было. Я всегда говорила свое мнение, и мое мнение часто отличается от родительского, но это не было такое категорически, нет, я вас не слушаю, я только права. Я слушала родителей. И хорошо, я уходила из дома, но это было недавно, потому что я поссорилась с отцом и поняла, что мне нужно время, чтобы восстановить эмоции, а не видеть все время отца и понимать, что вот он был неправ, он виноват, и все время вот так себе нагнетать мне не хотелось. Я просто пошла к подружке, поняла, что сейчас я пообщаюсь, я выговорюсь, вернусь домой, и все будет хорошо. Тебе важно выговариваться, да? Да, я не люблю держать себе. Слушала разговоры людей на улицах? Часто вот там прислушиваешься к таким людям, которые тебе там поясняют по понятиям? Нет. А брат? Мы редко общаемся с братом. Вот расскажи чуть-чуть про ваши отношения с братом. Ой. Я так понимаю, у вас еще есть младший брат, да, правильно? Да, с ним у меня получше отношения, потому что он полная копия меня, а Никита — полная противоположность. Во-первых, у нас нет времени, чтобы видеться. Мы видимся максимум на тренировках и по вечерам. И то каждый в своей комнате. И, наверное, это пошло с детства, потому что мы не очень любили друг друга. Потом у него начался подростковый период. Я в этот период начала очень уважать брата. Очень любила его, прям, кто твой любимый человек? И такая, брат. Он просто был для меня таким высшим человеком, что прям такой крутой. Потом этот период прошел. Появились свои причины, и мы еще больше отдалились. У него университет, у него учеба, у меня свои дела, и поэтому мы не общаемся никогда. Ну, вот, можем сесть ты в машине. Ты хочешь это исправлять или нет? Я привыкла с этим жить. И меня это никак нормально? Не колышет. Да. У меня есть люди, с которыми я могу общаться, и брат, ну, типа, тебе нравится, как я выгляжу? Да, хорошо. Ну, то есть такое, на расстоянии. Сможешь ли ты отличить притчи от пацанского цитатника? Думаю, да. Даже от самых сложных цитат? Попробуем. Друзья, с нами рубрика «Притчи и пацанский цитатник» с Кристиной. Аплодисменты. Итак, брат за брата за основу взято. Цитаты. Простаки, научитесь предусмотрительности, глупые, научитесь разуму. Притч. Легко обмануть глаз, но трудно обмануть сердце. Ну, пусть будет притча. Нет, это Аль Пачино. Итак, слово, сказанное уместно, подобно золотым яблокам в оправе из серебра. Притча. Да, это притча. Хорошая жена мужу венец. Притча. Прости. Ладно, она все знает. Дорогие друзья, давайте сразу же поаплодируем. Спасибо. Какой ты видишь себя в будущем? И вообще, как ты будешь отличаться от той, кто ты сейчас? Я вижу себя женой, 100%. Через 5 лет? Да, почему бы и нет. Я очень хочу быть матерью и быть женой, логично. И, наверное, отличает меня в будущем то, что я поняла, кем я хочу стать.
Сейчас у тебя понимание такое нет? Нет, я полностью опустошена по этой теме, по этому вопросу. Я не знаю, кем я хочу быть, но единственная уверенность — я хочу быть женой. Какая в твоем представлении жена? Потому что нас наверняка смотрит много жен, женщин. Какие у тебя советы твои к женам? И какой бы ты хотел быть? 100% как мама. Она для меня глава семьи. Не в плане решения «я сказала, так и будет», а она именно сохраняет свой, ну, такой мирок нашего, нашей семьи. Атмосферу. Да. Она всегда поддерживает отца. Когда многие говорят «нет», она говорит «да». Она, ну, она невероятный человек. Она тот, кто держит нашу семью именно той, какая она есть. И она с нами разговаривает по душам. Она всегда понимает, она выслушивает. И она именно для меня не как мама, а как лучший друг, лучшая подруга, как советник в любом вопросе. И я бы хотела быть такой же мамой, чтобы от меня дочь не скрывала, а именно приходила и говорила со мной. Вот тот-то, тот, мне нравится мальчик, или у меня проблемы на учебе, или любые вопросы. Я бы хотела, чтобы она приходила и сама со мной говорила, а не я приходила, а ну-ка, какие у тебя там проблемы? Вот. Что если у тебя родится сын? Я очень хочу сына. И в этом вопросе я бы хотела, чтобы мой муж был солидарен, и чтобы он брал на себя ответственность воспитывать сына, потому что все-таки мальчикам нужен папа. Мама тоже, конечно, в детстве, но уже дальше становление его все-таки происходит с отцом. И я была бы рада, если бы мой сын приходил ко мне за советами, общался со мной также доверительно, но все-таки я бы хотела, чтобы больше им занимался отец. Чуть-чуть спрошу тебя про Бога. Давай. Кто для тебя Бог? Лучший друг. Раньше он был для меня папочкой, и я всегда в молитве называла его папочкой, отцом. Но сейчас я понимаю, что я бы хотела, чтобы он был моим лучшим другом, чтобы я могла в любой ситуации обратиться к нему и не думала о том, что ну он же отец, но он же как мирской папа, вот. А как ты вообще в целом воспринимаешь его изнутри? Я просто знаю, что каждый человек, он каждый разговаривает с ним по-разному. Как у вас происходит ваше общение? Во время прославления. Я вообще человек, который очень любит музыку и не представляю свою жизнь без нее. Вот. И всегда, когда какие-то прославления, поклонения, для меня это наивысшая степень любви. Я всегда молюсь и всегда получаю ответы на свои вопросы. В данный момент у меня тяжелые отношения с Богом, и такого не происходит, но раньше всегда было. Я всегда плакала, я очень люблю плакать, и всегда получала ответы на свои вопросы. Также мы общаемся во сне. У меня очень крутые сны были раньше, но в последнее время не очень. Как хорошо. Ты планируешь исправлять отношения с Богом сейчас, в ближайшее время? В данный момент никак. Почему? Потому что я 3 года нахожусь в таком пространстве, то, что первые 2 года я искала Бога, я не понимала, что происходит, и я винила очень себя, что это мой образ жизни так на все влияет, что это я какая-то неправильная, я грешница, и проблема только во мне. Но со временем я смирилась и поняла, что пока что мое сердце просто не готово, значит. Я не готова, у меня есть какие-то вопросы, которые мне нужно сначала решить, и потом уже вернуться окончательно к Богу и принять его в свое сердце до конца. В данный момент я к этому не готова. Почему ты так думаешь? Потому что я не люблю себя в данный момент. А как ты планируешь это исправлять или планируешь просто? Конечно, я очень хочу вернуть отношения с Богом, потому что я же это уже ощутила, я знаю, как быть в его присутствии. Это невероятные эмоции, которые ты испытываешь. Но чтобы вернуть это, мне нужно до конца решить проблему с собой. Понять, точно ли я этого хочу. Хочу это ли я именно или мои родители. Не кто-то за меня решит, а я решу до конца. И пока что я такое решение не могу сделать. О, очень сильно. Спасибо тебе за откровенность. Ребята, с нами была Кристина. Желаю, чтобы каждый был настолько же откровенен, как Кристина с нами. Тебе большое спасибо. На такой ноте мы будем заканчивать нашу программу. Сегодня все серьезно.
А с вами был, как всегда, ваш любимый ведущий Никит Никитин. И сегодня, Кристина, большое тебе спасибо, реально. Низкий поклон.